на одну из главных ролей приглашена Ольга Бузова. Мне этот чехол подарил сегодня Филипп Киркоров. А что сделал ты для своей страны? Не может быть такого на моих концертах, Масик, не согласен, может быть. Но он ошибся, он уже понимает все это. Ты, вот то, что с тобой происходит на сцене, то же самое там. Я слышу тебя в ушах. И когда я слышу, что пошел ремикс раньше времени, ну что мне сделать? Мы не поедем во Владикавказ, потому что уже просто туда было небезопасно ехать. Причем я сама ничего не боюсь. Но, к сожалению, власти начали нам угрожать, и уже под угрозой были те люди, которые пришли бы ко мне на концерт. Но я ничего не боюсь, потому что мои люди. Мы начали краситься. С таким видом приятнее, да, собираться? Намного. Намного. Скоро на работу поедем. Первый съемочный день. Я готова. Выезжаем на остров.